После проведения литературных двориков, которые имели большой успех, эстафету принял литературный фестиваль «День поэзии». Мероприятие, посвященное Году литературы в России, проводила творческая студия «Арс Поэтика» совместно с Департаментом по молодежной политике и студенческим клубом КФУ. Прочитать свои стихотворения на большой сцене мог прийти каждый желающий. В этом году проводится ведь Год литературы в России, поэтому мы решили, что неплохо, чтобы университет отметил это событие вот такой встречи большой. Мы обзвонили всех казанских поэтов, пригласили студентов, которые пишут, чтобы увидеть всех, кого мы давно не видели, и чтобы это осталось в памяти, эта встреча. В этот день собрались любители поэзии из самых разных уголков страны. В программе участвовали не только известные казанские авторы, но и поэты из таких городов, как Екатеринбург, Тольятти, Ижевск, Челябинск, Пермь и в том числе уроженка Украины. В старом фильме «Филин» южного города, улицы, на террасе, пили чай с малиной, от закатного солнца щурились. Ты сидел премудрый, как пророк, обо всем своем имел ты мнение. На мероприятии были затронуты не только поэтические темы, но и такие глобальные проблемы, как наркомания и СПИД. Специально приглашенные специалисты помогли авторам абстрагироваться от своего творчества с помощью социальных роликов. К творчеству поэтов приобщались Инна Федотова, Юлия Парышева, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.